Давай его поищу, сбегаю. Водитель убежал-то. В Алапаевске, в тамошнем городском суде, судья Ольга Карабатова приговорила к 8 годам зоны общего режима 46-летнего бухого автоубийцу, а точнее двойного автоубийцу Алексея Карелина, который не только надубасился за рулем, но еще и удрал с места смертельного замеса. Мы об этой трагедии в свое время рассказывали, однако в связи с приговором позвольте напомнить фабулу. Тем более за прошедший год с хвостиком даже наш постоянный зритель Игорь наверняка подзабыл суть описываемых явлений. Дело было 2 ноября прошлого года в поселке Верхняя Синячиха, около 4 часов пополудни, то есть еще засветло. По улице Заводской катилась, по словам очевидцев, петляя, катилась десятка, пилотируемая Алексеем Карелиным, который уже тогда, судя по траектории болида, был нашвырен, хотя он сам это не признал ни на следствии, ни на суде. А выпил он бутылку вискаря, дескать, уже после ДТП. В окрестностях перекрестка Заводской с 3-го интернационала десятину мотнула влево, она выскочила на чужую, там никого не встретила, поехала дальше, на встречную обочину, а вот там случилось страшное. При отсутствии тротуаров на поселкообразующей улице по обочине попутно десятки шли два пешехода. 61-летний Николай Немытов и 62-летняя Ольга Мошкина. Они не были парой. Даже неизвестно, были ли они вообще знакомы. Просто волею небес. Они вдвоем оказались в это время в этом месте. И десятка их снесла и мгновенно убила. После чего, кувыркаясь по вдоль продольной, улетела с трассы в лесок. Виновник замеса Алексей Карелин, хоть и отрицал свою нажратость, почему-то счел за благо с гаишниками не встречаться. И с места ДТП на глазах очевидцев удрал. Да он убежал-то сейчас. Да, он убежал, да. И возник вопрос, а зачем десятошник сбежал, если он был трезвый? А незачем ему было удирать. Трезвый он бы получил за 2 убитых пешеходов 264-ю часть 5-ю УК. Это до 7 лет зоны. А сбежав, он автоматически попал на 6-ю часть этой статьи, которая до 15 лет неволи. В общем, в любом случае, хоть бухой, хоть сбежал, он попал на 6-ю часть автоубийственной статьи. Поскольку десятина осталась на месте замеса, постольку ее хозяина гаишники быстро вычислили и уже буквально через полчаса зашнуровали в его адресе, где он был уже в сильном сиянии и уверял, что пол-литра вискаря выжрал в одну фотографию уже после замеса, то есть за полчаса. Не, ну его бегство имело бы смысл, если бы он где-то загасился на сутки, протрезвел и сказал бы, что в момент ДТП был трезвый. Хотя нет, все равно это 6-я часть. А то, что он якобы выпил после замеса, это вообще не играет роли. Юридически это равносильно тому, что он выпил до замеса. Алкотектор по итогу намерил в его недрах 1,2 миллиграмма на литр. А он еще, общаясь по телефону с Асей, обзывал убитых им пешеходов алкашами. На дороге 2 человек покинули трупы. Откинулись в 2 алкаша. Алкаша откинулись. Я попал. Попал, Ася, попал. Если что, пиши за ней. В его ситуации это было нисколько не пророчеством, ибо всем было очевидно, что Алексей Карелин сядет по 264 части 6 УК. И чуда не случилось. Следствие и суд длились более года. На прениях сторон гособвинитель требовал для двойного пьяного сбежавшего автоубийцы 10 лет зоны общего режима. Алапаевская судья Ольга Карабатова проявила гуманизм, свойственный всему отечественному судопроизводству, и выписала Карелину 8 лет общего режима. С последующим лишением прав, ну имеется в виду не общегражданские, а водительские права, на 2,5 года. Плюс родным убитых пешеходов он должен выплатить по 1 миллиону рублей компенсации морального урона. Приговор пока в законную силу не вступил, так что возможна апелляция во дворце правосудия.